И всем привет, приветствую вас на канале Косарев Геймс. Это игра Cold Sight, самая страшная игра, вышедшая за этот месяц. Мы продолжаем. Это другое измерение, господа. Другое измерение, другое начало. Дверь закрыта, что же нам делать? Надо найти выходы. Цемент еще свежий. Но выхода нигде нет. Мы не будем это трогать. Что ж, ничего не остается, а что же нам делать? Выхода нигде нету. Придется выбить дверь. Господи, где же я нахожусь? Где я нахожусь? Куда я попал? Дайте мне уйти отсюда, пожалуйста, спасите, помогите. Так. Ищем выход. Ищем выход. Мне поплохело. Мне плохо, помогите. Я хочу домой, мама. Спаси. Что-то я себя плохо чувствую. Я всего лишь присяду ненадолго. Главное не засыпать, чувак. Ёбаный в рот, блядь, это чё за монахи, нахуй? Слышь? Спустя 2 часа после перемещения Уилсон начал сходить с ума. Он набрался на меня и хотел убить. Я еле отбился. Похоже, перемещение негативно сказалось на нем. Сейчас он стоит на коленях и не шевелится. Другая проблема заключается в том, что я попал в петлю. Всегда удавалось разорвать ее, но в этот раз все намного сложнее. Не могу выбраться. Я не смог сдвинуться его с места. Он будто окаменел. Ебать, нахуй. Что происходит? Чувак. Ты же не накинешься сейчас на меня? Это будет весьма глупо. Блять, что делать? Да заебал ты, двигайся уже. Чё? Неизвестный. Вы позвали неизвестного, но вам не ответили. Мама, включите свет. Что тебе надо? Чего? Типа он с ума сходит?
Эти пропали. Записка от Оливера. Поверни спиной к этой стене. Нихуя себе. Здесь был Оливер. Если вы считаете эту записку, значит я уже мертв. Угораздило меня связаться с этим придурком, и теперь мы сидим в четверых стенах и ждем своей смерти. Еды и воды закончились еще вчера. За стеной ужасные звуки, как будто какой-то монстр пытается добраться до нас и сожрать. Но я все еще надеюсь, что эту записку никто не прочтет. И нас спасут. Нет, ребят, вас не спасли. Я этого монстра видел. Это гигантский червь. Гигантский, мать его, червь. А ведь за стенкой и правда какой-то неистовый злодей, что ли? Сука, надо бежать. Петля? Вы серьезно? Ага. Эти твари нападают. Переключатель не двигается. Черт, они скоро вернутся. Мне кажется, они меня ищут нахуй. Это было легче простого. Надо протиснуться. Кровь, кишки, мясо, расследование. Не, ничего нет. Так. Нам удалось переместить большую часть оборудования, но мы потеряли связь с военными и несколькими учеными. Дэвидсон обнаружил остатки 13 человек в катакомбах. Как они сюда попали, отсюда загадка. Возможно, есть еще телепорт за пределами лаборатории. И я и Дэвидс продолжаем исследование до прибытия следующей группы. Карта, которую я нашел ранее, исчезла. Мне нужна новая карта. Пидорасы. Тихо, тихо. Не шуми, не бойся. Огонек в душе еще не погас. Блядский ты идиот, пидорас ебанутый. А?
военный. Ты из второй группы? Не верь Моргану, он предатель. Нет, я хочу отсюда выбраться. Что? Как ты вообще здесь оказался? Бардак какой-то, скоро придет вторая группа, и мы во всем разберемся. Нет уж, отдай мне карту доступа, я ухожу. Ты глухой, я сказал, будем сидеть здесь и ждать. Он серьезно ранен, я могу попробовать незаметно украсть карту. Убить военного и забрать карту. А топор забрать нельзя, нельзя. Перелезли мы. Карта второго уровня, странно. Аномальная активность зашкаливает. У Гаральта началась галлюцинация. Похоже, он не может исследовать портал для перемещения. Я отправил его в лабораторию для обследования. Знаете, почему я убил военного? Потому что, ну, это хоррор. Тут люди превращаются в неадекватов. В кино же мы все это видели, да, вот. И все, пожалуйста, мы стереотипные ублюдки, которые хотим просто выжить теперь. Ебать. Нажмите F. Вау. Вау. Темнота не знает границ. Какая-то тень была. Думали, пытались меня напугать. Я уже все что угодно здесь видел. Меня ничего не напугает. Долбоебы, блядь. Мне не страшно. Разве что чуть-чуть. Ну, знаете, мы должны выбраться. В смысле? Я не знаю, что я взял, конечно. Сука ебаная, блядь. Мне кажется, здесь люди самих себя поубивали. Я ничего здесь больше не вижу. Теперь понятно, секретные двери. Ну, идем тихо, спокойно, непримедленно. Что за хуйня?
А там что? Блять, какие-то немцы заговорили. Сука. Ебать. А что делать? Ха-ха-ха. Долбоёб какой-то напал, блядь. Я просто путь хотел спросить. Слышь, меня кто-то держит. Блядский рот, одни скримеры, ебать нахуй. А можно дверь закрыть? Нельзя, ну ладно. Чё вам надо? Дайте мне просто отсюда выбраться. Какого хуя, блядь? Не понял. Сюда, значит. На черт, здесь не пройти. Сука. Да как?
Где-то же надо что-то перекрыть. Понимаю. Не понимаю. Мне показывают туда. Сука. Да, кажется, понял. Давай, давай, родной. Не спешим. Закрыто. Одни трупы. Как вы думаете, долго это будет продолжаться? Что? Я теперь Морган Фриман. Half-Life на минималках. Точнее, страшный Half-Life. Блять. А может... Мэтт... Ты чё? Не спешите. Спасибо за совет. Да, блять. Постарайтесь угадать момент. Так. Раз, два.
Понятно. Мы лучше секрет возьмем. Ну, здесь мы точно не пройдем. Тогда пошли обратно. Блядь, что так пугать-то? Записка ученого. Переместившись в другое измерение, мы совершили ошибку. У нас не было достаточного количества данных. Но начальство решило, что пора начинать строительство. Большинство перенесло, но не были готовы. Встретив серьезное сопротивление со стороны местных обитателей, почти все ученые и военные мертвы. Скорее всего, мой черед вернуться на Землю не представляется возможности. Да, но только мы не можем понять, что дальше делать. Кажется, я начинаю не понимать эту игру. Как-то нужно... Может сломать ее. Но мы по... Короче, тут надо было вот эту херню сломать и пройти дальше. Слишком медленно. А почему? Сука.
Фух, уровень третьей катакомбы. Продолжим потом с вами. Всем пока. Спасибо за ваше гостеприимство, за все, что вы делаете. И спасибо, что подписываетесь на канал. Всем пока.